Боевая единица Левиафан завершает свою работу. Наверное, я с тобой соглашусь. Ладно, ок. Ты посланник капитан, когда ты будешь, да? А, ты же Англия, блин, у тебя же фурик там, да, что-то? Да, все, сейчас, да. И что же бы сам тоже бы взял как? Где у нас трекрыл? Жарить ничего не будем, просто, блин. Стой. Все равно еще не раз упадет, так не раз будем ходить. Ладно, давайте калк всем эти каски. Ох, резина, кричим. И все. Все, чек, ну ты. Жарить не будем, да? Ну кто там у нас? Войт танк и Фризи танк. Нормально все. Айс Фриз танк. Ну все, все готовы, запускаем. Там кто успеет, там рыба стоит, как вот. А не, это Фризи, давай ничем голову. Экспериментируем, давай так убьемся. Один танк. А с рисом ДДшника надо как должен быть. Берем за весь режим заливаем. Ну, вот, вот, РК подтянулся. Сразу запускайте пушки где-то на второй пушке. Все, зергаем. Верно, да? Слишком далеко.
Ну, давайте идем дальше. И башка вон прикольная. Курик. Плащ находит. Ой, тело находит пал. Находит пал, кольчужный. Да, у меня тоже там всякие кольчуга есть, стихир есть. Не знаю, но я хочу перчатки там, лансетовские четки. Два сокета вставляются. Ну, сетовый с хостозит. Ну, я имею в виду, а грудь сетовый с вот такая. Угу. Ну там, в чем прикол, в перчатке еще могу третий так сделать, я бы вот это нормально. Блин, отойду на немножко. Крайне не убейте без него. Давайте шмот вот этот зеленку пылить, а то реги нужно на черку. Калк, вставай. Дим, захилишь, да? Че я ману дам? Надо хлеб на роботе и на Визаксе. Ну, на роботе сделаем. На генерале в Визаксе, да, тоже давайте сделаем. Все, все готовы, кто-то. Вот, начинаем. Когда он кастует, стопните тоже как. Иру. Кто в ковше захернется? И Хризи где-то в комнате. Ой, тебе там не больно? Нет, лучше же.
Чё, робота хрен, сердце еды. Там на ручь падают бисы. Да-да. Мишка и... Мишка, рога, кот. Ну, про танк, как говорю, Мишка у нас в кризе, не знаю, он на АДК просился. Да пофиг, без гер. Пускай идет ДД. Только я здесь два танка. Слава, Слава, чё, вы убили Халивана, нет? Нет, там говно рейтинг какой-то. ДД, кризис. ДД? Да, в ДД. Я чек на пол. После сердца. Где там мама, где он там? Не... Я бегу, бегу, Жень, бегу. Трэш собьем сначала, а потом уже после помню. Красную захиливаю метку, с черного бери. Так кто на боссе будет? Он в ДД будет или нет? Он тут вообще слушает. В одном там не было. Начинай лечь. Пока не бурштите. Сердце сейчас главное забыло. Давайте сейчас трэш будет. Выйди трэш. Ты пошел. Игру надо было вернуть так. Метка, выйди с рейда, вон шаману сложно хилить. Выйди нахуй с рейда. Заебывается, захилит. Темная выхода. Опять не упал. Он наш маленький. О, даже через топовый. Ага. Да. Давайте. Сразу убьем. Да, сразу. Это Калакс, пикник с поликой. Все. Да, сейчас собрание, да. С этим. А, нет, сначала сразу же уголовный. У меня где-то тут на своей вроде слева есть. Я пока не могу использовать эту способность. Да, прикинь, на своей здесь слезы десятки есть. Так
10. Пошли ты дальше. Сейчас затопьет немножко. Это вы с сакральным ходили, что ли, бой? Саурон еще мы не ходили. Говно какое-то, рейд, пидоры какие-то себя. Живой двойщик. Джей, скажи, ноунейм, это не знаю, как бы, да? Вообще, блядь. Какие-то уебки зашел, они пишут, ой, 14 кадров ВС, что-то такое, нет. Прикиньте, чалинка, ну. Надо подождать. Я даже. А у меня миллион остался. Вот это стоп. Дайте пачку сразу. Откуда там справа? Маны 9к у шамана. Кинем. Сейчас 3 секунды сейчас будет откатиться, и мы баной начнем. Жень, я сейчас ключ от Галлона 1, что 25, что 10. Не разные. Тот, который с 25, он может 10 открыть. Да, но у меня есть вот ключи. А у меня один. И есть задание код доступа альфа. Я говорю, блин, принять задание. Он говорит, что вы уже выполнили это задание. Да. С обычкой. Обычка это 10, вера это 25. Ну а чё, я не могу тогда принять задание. Ну-ка, ты рани сам, суслик, рани сам. Ой, думаю сидеть, давай мне ебать. Всё, заходим. Кто первый раз тут? Походу их плюсов нет, значит все накручены. Все знают. Да. Дайте барку, ребята. Пристабарку. А если приз первый начинает с ОПшки? Тут уже окруна набилась. Лапу. Чаще. На тебе лапу всем дал. Звезды подбью я. Буду говорить, когда разбиваются.
Вы тоже кнопочку V нажмите английскую, чтобы у вас ХП показалось. У босса и его. Звезд, которые летают. Дальше Карус. Карус, смотрите, одна точка красная на полу. И все, что. На половине коста удара этого. Заходим в портал и не на том месте стойте, а выйдите у бока. За один срок мы его должны убить уже. Все, чек на пул, давайте РДД Ренш. Все, все готовы, как бы, давайте рассосывать. Давай начнем. Айс Фриз, первый танчик, золотошки, начни только. Ты вот заберешь, пожмешься. На 4 стаках снова. А, просто сейчас подойди к боссу, ЛП дай, и все, огромное тебе, и будешь танчить просто на одном месте. А когда надо, с тебя Войт заберет. Если под тобой кара красного лужа, то отойди в сторону. Все. Больше ничего не надо. И сейчас созвездие потом заберешь. Как бы тырки заберешь. Начинай, начинай. Ваши действия не логичны. Все, шаман, отойди, отойди, шаман. Вот отойдите, пожалуйста, от босса. Он сорвется, вон обмуточку даст. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. Да-да, Герус Куба. Поехали. Вова, останешься на суровом, в точку уйдешь. Я звезду подбиваю. Стойте сейчас, уйдите, отбудите оттуда. 5 звезда. Дайте я один. От звезды уйдите. От звезды сейчас взорвется. Уйдите от звезды. От звезды уйдите. Кто там маг? Кто там шука? Быстрее хлопай. Хлопнулся. Следующую кара нажимай. После кары взорву. Взрываем. Звездочки, отойдите. Слушайте, на дырки заводи живые созвездия быстрее. Взорвал эту хуйню. Суровые 5 секунд. Кто остается? Ну все, к дыркам подходим. ШП кто? Так, раз, два, три, заходим, подвигались и ушли с того места. Минус сразу же, понятно. Звезду взрывай, кара, смотрите. Да, смотри какие-то. Потому что у меня созвездие висело, я подбежал к дырке, и она закрылась. Так, алпэрик, ну. Бля, как обычно, короче. Забороли, как всегда. Звезду взрываю. Могу поднять там-то. Надо. Ты ж танчил босса кары. Я вы чё? Да, захиливайте, меня вообще не хилят. Хильни, шам, пожалуйста. Короче, нубы собрались какие-то. Жимся. Короче, звезды надо разбивать максимум за 10 секунд каждую, потому что между появлением первых 4 звезд и появлением вторых ровно минута есть. Не может быть вечной. Это самое, вот поговори, звезды убиваю быстро очень. Жень, ты говори, если помочь звезды убить. Да я могу сам разбить их. Ты долго бьешь, надо бить очень быстро. С хилом какая-то хуйня.
хотя, ну, так и должно быть. Там, короче, такая тема, что появляются вот эти, как они называются, блядь? Лизи, да не рассказывай, на мне висело созвездие, которое закрывает черную дыру. Когда я подошел к черной дыре, созвездие ее просто закрыло, и она пропала. Ну, в твоем случае надо стан давать по этому живому созвездию и заходить спокойно в дом. Я давал, на мне их 3 штуки висело. Или, ну, 2. Это у меня столько станов в холике нет. Это значит танки. Ну, фишка в том, что эти созвездия, 3 штуки, должны завестись в 3 дыры до вот этого сурового удара. То есть все быстрее гораздо делается. Почему-то, ну, кто-то из вас, тут несколько человек первый раз здесь или один раз были, и ничего не поняли, и провагонили. Просто вы не понимаете, что это очень динамичный бой и очень серьезный. По тактике здесь все очень серьезно. Вот если мы не завели, типа если мы били долго дыры эти, разбивали эти звезды долго, из-за этого мы вайпнулись, блядь. Потому что созвездия закрывают дырки, в которые идут люди, блядь. А созвездия эти, когда они появляются, они выбирают, ну, у них агролист пустой, они выбирают того, кто в данный момент там хилит или еще что-то. Ваша задача, здесь 2 танка всего, ваша задача увидеть, что на вас оно идет, блять, и зайти за дырку, и оно в дырку попадет. То есть, ну, тут такого не будет, как в 25-ке, типа третий танк свободный, который, сука, заводит, блять, за вас. Вы должны сами это делать. Если вы это не понимаете, блять, что типа созвездие, заведя в черную дыру, оно исчезнет, то нам тут нехуй делать просто. То есть если Ice Freeze, он физически, как ДК, он не сможет 3 штуки сразу, блядь, завести за 5 секунд. А вы, на кого он агрится, сможете, блядь. Сможет Хризи прожать стойку, нажать таун, завести одного. Сможет Хант. Но это нужно, понимаешь, это вытащить нужно скилл, отвлекающий выстрел. Нужно таун на панельку вытащить. И это сделать, блядь. Потому что это еще босс, Ice Freeze не может завести 3 одновременно. Это через практику все играется. Нет. Да, уже не знаю. Блять, так сейчас, если этого не делать, мы просто еще раз упадем. Сколько вот уже на протяжении скольких недель, да, десятков идет каждую неделю, можно так сказать. А что, не готов? Все, тут мана была. Ну, все, на рейндж давайте. Все готовы. Ice Freeze, начинай, он сейчас быстрее босс будет, агрится. Схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Ранилик. Заводи быстрее в тель, которая останется, в нее будете заходить. 5 секунд 40. Видите дыру все? К ней подходим быстрее. Кроме шипеша, по тучку. Самый был сука. Ну да. Как тебя убьют? Уходите, сколько стоит? Шаман, стоишь? Нет. процентов на переход. Понимаешь.
что ты упал, сейчас некому бить и покуни все. Ну, в принципе, бейте босса просто, сейчас зерга типа ДД босса, ничего не будет. Этот тайсфиз, забирай босса. Забирай босса. Ставь его в центр. В центр комнаты. Все в центр становимся. 2% дай мастер. Скара это что? Все, трэш исчез. Появляются 4 портала. Дай бомжи. Я надеюсь, никто не провалился. Но... Ну все, убили. Суровый секунда. Сейчас уже все. Заходите. Дырки, кроме ШП. И ШП зашел, заебись. Да, но у меня нету БКД на эту хрень. Вот видишь, вот ты, нету КД, молодец, мы сейчас вайпнулись на 8%. У тебя как дела вообще? Нормально? Ебать. Нормально. А чё мне еще это самое слияние с тьмой еще оставалось, ну, секунды 2.5. Так ты открой, пожалуйста, таланты, открой символы и прочитай там символы, какие у тебя есть большие. Нам будет интересно послушать. Слияние с тьмой, блин. Все, заебись. Символ тьмы, блин. Символ пытки от разума. Так почему у тебя не откатилось? Кто скажет, интересно мне. Вообще она должна откатываться. На прошлый раз я уже зашел, ну, практически перед сутровым ударом. Может, из-за этого чуть пораньше заходить? Короче, не знаю. Я чуть-чуть совсем. Приходите сюда, реально. Ну, говорю, сейчас в точку там. Буду уходить, как только сразу, как ДБМ напишет, что сутровый удар, буду сразу заходить в точку. Тучка сколько? 6 секунд. Сразу не надо. Ты просто, у тебя тучка закончится в момент того, как он тестует вот эту секунду, и ты умрешь. Там сейчас о чем-то будет. Плохо слышно. Я говорю, сразу не надо. На середине коста примерно в тучку заходить. Короче, тучка длится. Сколько? 6 секунд, правильно? 6 секунд, ровно. Так вот ты смотришь, у тебя ДБМ показывает суровый удар. Он начинает кассу. 8 секунд кастует. Так вот, как 3 секунды остается, нажимаешь свою тучку. Ну вот я так и нажимал, блин. И у меня на второй раз она еще не откатилась, какого хрена. Ну-ка, линкани, сколько там КД у меня? Да там не тучку быстрый кулдаун, на самом деле. Линкани, сколько? Боже, давайте баф. Чудно. 1.25 это минута 25 или как-то по-другому? Сколько в секундах там? 85 секунд у меня КД. Ну, между суровыми ударами 90 секунд есть. Не, даже еще если... Смотри, он тебе показывает двухминутное КД, а символ еще 45 секунд. Или это с символом 2? Листобал. Ну, короче, значит, у него нету символа, раз он двухминутное. Есть у меня символ? Ну, а почему ты слияние с тьмой линкуешь на 2 минуты? Или это нам так показывает? Не, он нам так и будет показывать. В любом случае, он не линкует просто скилл. А символом у него уже показывается меньше. Все, каска есть, все готовы. Крикни. Ладно, сейчас еще раз попробую. Поближе. Начинай. Ты просто шипешкой бери в трейд босса и смотри по касту там как остается примерно секунды 3, и потом уже кастуй тучку. Хера есть, да? 20 секунд. Да уже можно после сурового.
Если его успеем, то сурово будет. Он же минуту 20. И Гера 40 секунд. Ну. Да, под суровый как раз кончится. Кто там Мелизо не разбивает? Через две взорвутся еще. Хильки. Звезды, отойдите. Взорвал сейчас. Взорвется. Да. Ну сейчас БР. У меня опять все сферы бегут, блядь. Давай. Поймал. КД. Кара. Сюда. Звезду. Суровый 5 секунд. Сходите. А ёпта, забать, ничего тут не вовремя, а то разбивается. Стал хил. Одна разбилась, вторая разбилась. Кто хил? Кара. Сейчас там звездочка скоро двигается на. Сколько КД точки проверить сейчас? Забираю сейчас. 20 секунд. Бомжи, дайте. Все, ты успеваешь. Кара, гу. А, знаешь, что надо? Надо квестовый итем вот этот, кинь его, а то мне там плащ нужен на этого посланника. Групп тут стоит. Или открой. А сейчас точка, да, вокруг 1,5-3 секунды раньше можно было. Видел миры, охваченные пламенем творцов. Их жители гибли, не успев издать ни звука. Я был... Да, плащ, да, классный. Он же на посланника идет, Женя, этот плащ, не? Плащик же не идет на посланника, да? Ну, плащик прям классный вообще. Похоже, ваша сила кроется именно в несовершенстве. Дарованная вам свобода воли позволяет пренебрегать законами космоса и выходить победителями тогда, когда идеальные создания титанов оказываются бессильны. Чё там, собрание? Я изменил код отклика. Ваша планета... Не, у меня плащик, по-моему... А, нет, не тот плащик. У меня нет сил, чтобы передать сигнал. Поторопитесь. Найдите источник энергии. Ищите в небесах. Пуха, короче, связок с охраной. Надо доверить эту книжку. Пусть моя судьба не тревожит тебя, Бронсон. Если сигнал не будет передан вовремя, пересоздание планеты запустится. Спасай свой мир. Станьте с двух силах.
Там какой тебе надо? Хэм. А, просто хэм надо? Да, маленький большой. Ой, маленький средний большой. Давайте. Вой двоих соберешь, свой дать дисплей. Хризи, там кусты посбивай мелком. Хризи и... ДКшник. Ману пивать. Кто там? Шаман, падла, дайте карту. С робота не знаем. Чеклокурить. Маленького, среднего, большого. А Хризи, ты чё в этом, вот это? Да. Ой, танки точнее. Да, зачем три танка? Айс Хриз, это... Мелкого бегает. Танчит, агрит, косты сбивает. А ты в фурике тоже косты сбивает. Всё, тут турнир. Бунгира. Тим, уже, да? Стрис, давай среднего на себя забирай. Уже пропадают, все на рейндж выходим. Выходим на рейндж. Спать. Нигера есть? Нет, нет. Давай, давай, давай. Заберись с ним. Это пройденный, это возможно. Тихо. Вы разгромили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребятки. О, лидер. Ладно, идем дальше. Лагарм. Сейчас. Да, вот на танке дебаф, кто вот рядом с ним стоит, заканчивается время, он убивает. Тут один танк можно, он не убьет. Что делаем там, руки не руки? Ой, руки чё? У меня так, знаешь, что висит? Сейчас покажу. Вот это висит, прикинь.
Ну тупо тело забить и все. Ну да. Давай катану. Давай кота, F3 станчик, один. Чисто тело зеркало. Сейчас всех подождем. Кстати, ну, Суша тоже так же. Давайте там квест доделывает, забегайте. Че, никому плащик не надо, да? Давай. Че, тебе отдать, Жень? Я посмотрел, у меня такой же. Че, где он там? Он там что-то квест там задает. Ну они сейчас там побазарят пока. Нихуя давай, задрот. Да, нажимай. Пешам смотрю, там ботинки, кравчу, там поезд кравчу. И такой уже средний хил в большом месте, как бы. Блять, ну там сука меткость такая. Да, 219 пойдет, но можно и лучше как бы выбить. ДХБ как-то закрыли. Пока шмот так, но вдруг опенчу. Жека, а что потрошкой раз ДФБ произошло? Я не понял, блин. Что-то Валя на нас накинулась в конце со страшной силой. Не успели щит. А, не извели как. Сижу, думаю, пошел бы чайник ставить, уже бы стоял. Кого мы ждем? Танка. Тустик, сука, давай быстрее. Пойдет надо чайник ставить, лука ж нету. Странно, блин. Когда я это успел этим администратором канала стать? Это я дам. Я сегодня тоже это Олегу писал, ВК. Дай мне два канала, сделаешь, не сделаешь прокатить. Ну там список персонажей сделать для этого, на ДПБ, на ПТ, у кого что собрано. А, ну я могу сделать такие каналы. Ну как знаешь, там, не знаю, там, ПТ, ДПБ, типа, знаешь. И что там, тоже как здесь, чтоб я объявление мог вот это писать. Ну сделаем. Что, как бы не рыться там, если по скриншотам там везде. Какой у кого шмот есть, да чего? Ханта. Что-то. Мили, смотри. Тактика, чисто зергом босс. Тело. Руки, руки не бьем, только туловище. Все, right, рейс начинай. Начинай. Чеба. А. Дайте каску, лапу дал, приставав дайте, по 5. Хотя и без бафа набьёт. Вам не пройти. Yeah.
Руку подбить, наверное. Или плохо. Что я подбил? Не, в десятке работа, а в 25-ке нет, сколько раз пробовали. Сука, я так и знал, что он меня вернул. Да все, дальше прохили, можете не бить. Ну, что это такое? Посох. Да, заебись. На трансмут посох охуительный. Эту дуру тоже можно зергануть. Да, да, зерганить тоже можно. Просто сначала этих мелких, потом большую. Там, то ты от эфира поставишь, а физик газ соберешь. В чем там квест? А, все, в танке вижу. Дура пошла на ту сторону. Че, Дутру с этой стороны или с той будем ждать? Она ушла. Там все, все ушла уже. Ой, Фриза ждем. Фризи косты сбиваешь нормально? Давайте сразу в комнату. Я в комнату. Кто еще плюс? Три плюса в комнату. Ну, я тоже. Ну, меня можно в комнату. Шамана не надо. Резифилакс 2, бой 3, 3, да? Трофина, Бога, умеешь комнату снаружи? На йоге? Да-да, на йоге. Ну, да и. Ну, все. Давай быстрее, где ты там, блядь. Да все, все, он последние ступеньки спускается. Танка нет у нас, чтобы ступеньки эти все. Все, танка тяни. Нету танка, блядь. Что, мне тянуть? Нет, сука, стой на месте. Куда ты побежал? Еще, блядь. А, вообще танка нету, фу ты, господи. Этот заебанец квест делает, блядь. Да я и не глянул. Сейчас бывает на нас. Легко.
догонит, не слушаем. Такая хуйня с трэша не падает. На ее будет просто. Что-то пиздец долго, давай, ну, шевелись там где-то, блин. Да он показался уже. Кукушка показалась. Че, зергаем эту дуру и все, да? А кошек убьем или че, я не знаю. Кошек убьем, ничего, зергаем меня. Ну просто это ФДД. Все бегут, ждем, ем. Я не знаю, войска работают на кошке? Не знаю. Короче, завешаем. Их зальете, если тут войск будет. Где эта пидерсия? Кто знает, что здесь он? Тут вот что такое? Дверь какая-то. А, тут этот ходер или там ходер. Ну да, они потом вылазят оттуда. Пошли назад на круг. Ну ты идите, давайте там по привычке бьем. Тут внизу было удобнее, мне кажется, чем поднимать его за курс. Тут поудобнее было. А то когда поднимаешь, там ты видишь. Да. Вы зря, все далее. Кошек сначала. Веру. Не достаю, слишком далеко. Опять на хурика с пробиванием. Задевайте сугробы, пожалуйста. Не надо, не надо, не наступайте, только вот эту хуйку. Не буду бить. Пен прикрыт, как хрен с ним. Например. Найс рис комната. Я в комнате.